Сегодня у нас на Огоньке собралось много добрых старых друзей нашего Огонька, которые уже не раз бывали у нас в гостях. Но есть у нас и новые друзья. Позвольте мне представить их вам. Художественные руководители Государственного русского народного хора имени Пятницкого. Народный артист Советского Союза Петр Михайлович Казьмин. Заслуженный деятель искусств Валентин Сергеевич Левашов. Главный балетмейстер, народная артистка Советского Союза Татьяна Алексеевна Устинова. Дирижер, заслуженный деятель искусств Александр Семенович Широков. И директор коллектива Иван Александрович Фадеев. Дорогие друзья, разрешите от имени артистов Государственного хора имени Пятницкого поздравить вас с замечательным майским праздником, весенним праздником, днем 1 мая. И приветствовать всех любителей русской народной песни весенними хороводами.